правда. Все не так просто, как кажется. А ты кто такой? Господин Тагу распорядился о том, чтобы вы не покидали этот дом, пока не отдадите мне свои документы. Никто не сможет забрать у меня мои документы, тогда вы не сможете выйти отсюда. Где моя машина? У вас больше нет служебной машины, господин. Входи. Что на диске, уста? Чего там только нет, Мемати. Это единственная копия. Надеюсь, что да. Алло, нам нужно срочно увидеться. Есть какая-то проблема? Очень большая проблема. Я в офисе, приезжай. Хорошо, скоро буду. Криворукий неумеха. В данный момент абонент недоступен. Его телефон отключен или же он находится вне зоны доступа.
Почему Низамеддин поддержал его? Что? Я говорю, Низамеддин. Изначально он придерживался другого мнения. Почему он смягчился и поддержал Пулата? Наверное, предчувствие какое-то. Что за предчувствие? Зачем ты отдала Пулату кольцо Караханлы? Ни Самуэль, ни Лазия, ни я не стали бы такими баронами, каким хотел быть Самуэль. Если бы один из нас троих стал бароном, то совет распался бы. Но, допустим, если бы все так бы и продолжалось, мы назначили бы ответственных за нашу безопасность. Насколько я понял, этот Низамеддин не хотел быть бароном. Верно. Это рискованно, но так будет лучше. Он хорошо знает вас, ваших друзей и врагов. Неизвестность пугает врага. Пулат обладает этим качеством. Полностью с тобой согласен. Возможно, он пока не особо разбирается в делах совета, но мы должны сделать для него лишь одно – рассказать обо всем случившемся. Я уверена, что Низамеддин захочет руководить бароном. Кто руководит, тот и барон. Почему не едешь отдыхать? Приезжай, погуляем вместе. Нет, я не могу оставить маму одну, поэтому не приеду. Приезжай с мамой. Не сможем. Здесь все слишком запутано. Что вы делали с тем парнем? С каким парнем? С тем симпатичным мафиози. У него есть девушка. Мне очень жаль. Не стоит расстраиваться, ты ее знаешь. Кто она? Бывшая невеста моего брата. Все действительно очень запутано. Ты все еще не разузнала о смерти своего отца? А это кто такой? Софи, ты здесь? Пришло странное сообщение. Что пишут? Пишут, не разузнала ли я о смерти отца. Кто это? Откуда я знаю, кто это? Кто ты такой? Простите, я ошибся. Ладно. Я посмотрел ваши данные, написано, что вы находитесь в Канаде, но время у вас турецкое. Да, я в Турции. Если вы на отдыхе, то советую вам прогуляться по площади Султана Ахмеда. По-моему, самый красивый обелиск в мире находится в Стамбуле. Я совсем не хочу жить с Пулатом, но, видимо, придется. Дочка, что за слова такие? Почему придется? Мама Назифе, дело в другом. Он обеспокоен из-за того похищения. Госпожа Назифе, почему ты против? Может быть, они думают о помолвке. Ничего подобного нет, мама. Ну, конечно, до возвращения Али это недопустимо, но оставьте их в покое, пусть молодые сами решают. Ну а наше мнение ничего не значит, да? Пока еще дом не нашли.
Завтра посмотрим несколько. А ты что скажешь, Хикмет? Я ничего не скажу, мама Назифе. С точки зрения безопасности, так будет лучше всего. Но с точки зрения личной жизни, даже не знаю, к чему это приведет, и это беспокоит меня. Как это? Если скажу, что выйду за него, то вы сразу же отпустите меня, да? Все зависит от этих слов. Дочка, но ведь есть правила и традиции. Мама Назифе, Али предложил мне выйти за него и ушел. Дочка, поступай так, как считаешь нужным. Но не ждите, что я поддержу то, что считаю неправильным. Мама Назифе, правильно или нет, но все слишком запутано. Есть вещи, о которых вы не знаете. О чем это мы не знаем? Правильно или нет, мне виднее. Я приняла решение. И делюсь с вами. Я переезжаю. И точка. Сынок, вы совершаете ошибку. Деньги можно заработать на автомобильном бизнесе. Разве мы в этом разбираемся? А в столовых ты хорошо разбираешься одна? Не столовая, а ресторан. К тому же, кто поймет это, если не я? Я создам целую сеть. Это подходит мне одна. Машины, сети, Нагель, все это для невзата. Я займусь бензином. Неплохой выбор, Дуган. Если бы я не пошел в развлекательный сектор, то тоже бы занялся бензином. Чистые деньги берешь и продаешь. Конечно, брат, ничего сложного. Закопал несколько баков и продавай спокойно. Да поможет нам Аллах. Ожидал чего угодно, но только не этого, Эрхан. Почему это не взад? Установишь кефи-шантан и развесишь свои любимые гирлянды. Очевидно же, что тот стилист дурно повлиял на тебя. Не говори ерунды, не взад. Ты снова говоришь всякую чушь. Я не стремлюсь зарабатывать деньги. Я хочу вкусить светскую жизнь. А ты что будешь делать, Садык? Мы с ним партнеры. Он никак не может отстать от меня. С этим делом одним не справится. С чем? Мы займемся обменом валют. Вижу, ничего серьезного вы не выбрали. Хоть кто-то сможет заработать тут деньги? Когда брат услышит, то похвалит только меня. А что плохого в обмене валют-то? Друзья, с огорчением сообщаю вам, что наш выбор сильно отличается. Скажу сразу, что не возьму вас в свое заведение. И дело не в том, что надо заработать деньги. Главное – завоевать людей, у которых есть они. Завоевать их уважение, а потом обрести славу. Ну разве вы думаете об этом? Брат, ты велел нашим ребятам заняться чем-то, но они никак не могут определиться. Сейчас выберут что-то не то, потом нам придется расхлебывать. Оставь их, Мемати. Пусть идут и совершают ошибки. Пусть увидят разницу между правильным и неправильным. Пусть узнают, что жизнь не состоит лишь из убийств и драк. А что потом? Потом они придут обратно. Но если я сейчас запрещу им работать, они не переживут этого. Очень сложно жить, как обычные люди. И для того, чтобы научиться, им придется наступать на грабли. Тебе виднее, брат. Но все они витают где-то в облаках. Тогда присматривай за ними, Мемати. Пусть обо всем докладывают тебе. Брат, что будем делать с девушкой? Она до сих пор ничего не рассказала. Пока не знаю, Абдульхей. Но она должна нас привести к русским. Мы подождем, а там будет видно.
Добро пожаловать. Спасибо. Ты решил начать с меня? Да. А Самуэль? Он будет последним. Как пожелаешь. Вчера я немного подготовился к разговору. Оказывается, я о многом забыл. Так много правил, ритуалов, церемоний, людей, отношений. Не пугайте меня. Я давно хочу увидеть себя напуганным, но пока не получилось. Для начала необходимо начать с галстука. Вот теперь я напуган. Так будет лучше. Теперь мне больше нечего отдать этому миру и взять тоже. К тому же, пусть народ попробует без лази. И я должен понять, какой Зия на самом деле. Папа, почему ты решил продать корабли? Разве с такой работы уходят на пенсию? Лазия всегда был первым, Несрин. Папа, что ты задумал? Я планирую посмотреть мир, увидеть бы половину того, что видели корабли, и этого мне будет достаточно, папа. Если тоже хочешь увидеть мир вместе со мной, можем поехать вместе. Папа, если ты действительно об этом думаешь, то все скажут, что Лазия сдался, решат, что ты устал. Они начнут давить на нас со всех сторон. Вот видишь, ты сказала, что я устал, и ничего не произошло, Несрин. Папа, почему ты не хочешь, чтобы твоими делами руководила я? Ты же знаешь, что я могу справиться с этим. Я знаю, что ты справишься, Несрин. Но скажут, что Лазия устал и передал дела дочке. В этом мире тот, кто хозяйничает ночью, ничего не сможет сделать днем. Говори, сынок, говори как есть. Никогда не произносил этого, даже не знаю, с чего начать, отец умер. Ты редко делишься со мной, Хикмет. Это касается сердечных дел? А это здесь при чем, отец умер? Отец умер. У меня есть другие проблемы. Я толком не работаю. Накопилось очень много долгов. Сынок, какие могут быть долги у тебя? Налоги, аренда, электричество, вода. Даже за чай теперь я должен, отец умер. Ты можешь одолжить мне немного денег, отец умер? Разве можно брать в долг, чтобы погасить другой? А что мне делать? Сколько тебе нужно? 9 миллиардов спасут меня, отец умер. Где я возьму такие деньги? В Ялове есть земельный участок, доставшийся мне от отца. У подножья горы. Не знаю, сколько за него дадут, если хочешь, продай его.
Если бы я зарабатывал столько же, сколько говорю, я бы был самым богатым в этом мире, отец умер. Мне нечего добавить. Мы не собираемся продавать этот магазин, но если пожелаете открыть свой где-то еще, то мы поможем вам. Сколько вы зарабатываете в месяц? Брат, хвала Аллаху, мы ни в чем не нуждаемся. А замена у вас работает? Замена? Нет, брат, этим мы не занимаемся. Молодцы. Брат Пулат не хочет, чтобы мы занимались такими делами. Сколько стоит такой бизнес вместе с машинами за все, как думаешь? Брат, если заплатишь меньше 5 миллионов долларов, то ничего не получится. Это тянет на 5? Тянет. Хорошо. Желаю нам успехов. Планирую купить его. Плачу вам 5 миллионов. И это мое. Но, брат, ты что, будешь спорить с правой рукой Пулата Алимдара? Оставь ключи. Вывеску я сам поменяю. Брат, этот бизнес стоит 7-8 миллионов долларов, но поскольку место у нас хорошее, нам предложили 8,5, дешевле мы не отдали. А почему вы продаете это место? Брат, нам мешает работать. Это очень чистый бизнес, но в нем есть много грязи. Мы не хотим впутываться в это. А мы можем впутаться. Плачу 8 и никаких возражений. Брат, добавь еще 500. Если наличными, то почему бы и нет, брат? Вы вложили сюда много денег. Разве человек, пришедший поесть, смотрит, какой стол или какие стулья? Для людей ведь важен имидж. Послушай, если сделать удобное место, то народ не захочет уходить. Им главное, чтобы было вкусно поесть, можно было отдохнуть, и все. Да, вы правы. Если им понравится стряпня, они снова придут, будут есть и отдыхать в этом месте, и не захотят уходить. А попить чай можно и в другом месте, на хороших стульях, дома, например. Брат, мы не смогли привлечь сюда людей. Хоть место и хорошее, но... Конечно же, вы не справились с этим. Я даю тебе за это место 250. Брат, тут даже миллиарда не хватит. Я говорю тебе про доллары. Хоть столько и не хватит, но надо с чего-то начинать. Это заведение не наше, а нашего брата. Брат, если хочешь, можешь не давать деньги. Мы очень ценим брата Пулата. Что ты имеешь в виду, шакал? Я что, шутить сюда пришел с тобой? Наша задача — начать бизнес. Желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо. Брат, ребята, работающие здесь, хорошо разбираются в этом деле. Прошу вас не увольнять их, чтобы они помогали вам и не остались без работы. Я так долго обучал их. Чужак ищет чужого осла, распевая песни. Мы работаем со своими людьми. Вам виднее, но... Черт возьми, да разве кто-то из наших разбирается в этом? Садык, мы сами должны разобраться в этом. Надо работать со своими людьми. Больше не решай что-то без меня, иначе обижусь. Ну ладно. Думаешь, будем с мелкими деньгами работать? Меняя по 50 или по 100 долларов, будем работать по-крупному. Прекрасно. Брат, вам нужно придумать красивое название. Можно Гюлю. Брат, народ решит, что это таверна. Послушай-ка меня. Думаешь, я в этом не разбираюсь? Я буду работать самым крупным предприятием в Турции. Я что, деревенщина, и буду сидеть тут за кассой? Это место для меня как ступенька наверх. Приятное начало светской жизни. У меня большие мечты. Господин, предоставьте нам план заведения, и мы разработаем для него детальную систему безопасности. В вашей системе есть видеонаблюдение? Мы разработаем это, господин. А раньше вы это делали? Нет, но у нас есть для этого все технологии. Ну тогда спасибо вам, увидимся в другой раз. Thank you.
проблемы. Ты не выспалась? Сидела за компьютером, мама. Эльф сегодня придет? Не знаю, она ничего не говорила мне, и я пока не звонила ей. Может, снова что-то случилось? А что может случиться, мама? Ты хорошо ладила с Эльф. Что вдруг случилось? Ничего не случилось. Просто считая их отношения с Булатом странными. Почему странными? Мама, так или иначе, но они были обручены с моим братом. Эльф борется с этим и в то же время пытается быть вместе с Булатом. Этого я не понимаю. Возможно, поэтому Эльф и скрывается. Есть группировки, работающие на нас. В особенности мы держим под контролем крупные преступные группировки в больших городах. Передаю тебе этот список. Мехмед Караханлы не общался с кем-либо из этого списка. Связь между ними обеспечивал я, либо кто-то другой. Ну а дальше, если захочешь, я могу продолжить поддерживать эту связь. Какую долю они вносят в бюджет совета? Деньги, получаемые за местные операции, за год примерно $1.5 миллиарда. Самая наибольшая доля денег происходит за местные операции, через шантаж и дань. Предельно важно держать все под контролем на улицах. Для совета эти деньги не являются столь важными. Особенно в период твоего баронства эта сила на 100% будет под нашим контролем. Прекрасно. За безопасность совета, а также их членов, в особенности за безопасность Караханлы, отвечал я лично. Теперь этим займутся мои люди. В этом досье есть список лиц, находящихся под защитой совета. Сведения о каждом, вплоть до их личной жизни и все прочие детали. И обо мне в том числе. Вот только у меня есть опасения на этот счет. Какие? Если твои люди возьмут на себя эти обязанности, то могут возникнуть некоторые проблемы. Какие? Это касается их происхождения. Это люди, пришедшие с улицы тюрем. Это может беспокоить членов нашего совета. Мои люди быстро обучатся. Я не могу доверять защите людей, которых я не знаю. В особенности защита всего здания совета должна находиться под контролем Мимати. Организуйте это, пожалуйста. Как пожелаете. В этом досье есть список самых главных людей в Турции и о ком ты должен знать. Бизнесмены, политики, пресса, бюрократы, артисты, все. В досье есть личная информация о каждом из них. Это досье станет решающим для твоего баронства. Кто чем интересуется, у кого какие слабости, с какой актрисой встречается бизнесмен, какой политик стоит за бюрократом, а владельцы брендов, кто интересуется конным спортом, кто любит антиквариат. Кто гомосексуалист? У кого есть внебрачные дети? Сколько миллиардов долларов стоит это досье? Оно бесценное. Для того, чтобы говорить с ними на одном языке, мне ничего не надо делать, просто гулять по разным местам. Это совсем не для меня. Это потеря времени.
Ты находишься за закрытой дверью. Если хочешь, можешь править миром. Но если не сможешь справиться с 300 людей, которые управляют этой страной, то не сможешь обрести силу. У Мехмета Караханлы был личный консультант. На сегодняшнем языке это лайф-коучер. Можно сказать, что он определяет все, что касается социальной жизни. Лайф-коучер расскажет тебе обо всем, что нужно. Какую швею, мастера маникюра, парикмахера, массажиста и диетолога стоит выбрать. Имидж — это важно. Армани, Валентина, Пьер. Нужно носить эти бренды. Или же шить из специальной ткани у персональной швеи. Швея прибудет из Франции, а ткани — из Италии. Часы должны быть от Фрэнка Миллера. Обувь ручной работы из Италии. Когда отправишься за границу, остановишься в определенных отелях. В Париже — Плаза Атене. В Лондоне — Дольче. В Нью-Йорке — Плаза. В Амстердаме — Билекс. Для лечения будешь отправляться в частные медицинские клиники, находящиеся во Франции, Шотландии и Германии. Необходимо собрать антиквариат или коллекцию картин. Было бы хорошо периодически появляться в музеях. Твой лайф-коучер расскажет тебе, на каких мероприятиях стоит появляться. Тебе понадобится поменять свой дом. Конечно, решение о безопасности будешь принимать сам. Но он должен быть очень красивым. И сразу же ты должен устроить прием. Необходимо подружиться с почетным профессором одного из университетов. Пресса должна узнать об этом мероприятии. Ваша одежда и вид должны быть впечатляющими. Заниматься благотворительностью уже не в моде. Вместе с другими бизнесменами вы будете строить свои учреждения. Будет хорошо, если вы построите школы и больницы. Народ должен воспринимать себя как Робин Гуда. Вот это лучшая сторона. Отбирать у богатых и отдавать бедным. Но, безусловно, это все большая ложь. Все будет выглядеть со стороны так, словно отбираем у богатых и отдаем бедным, но сами станем еще богаче. Добро пожаловать. Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо. Спасибо за карикатуры, которые вы прислали. Я сделал специальный заказ. Вы будете в восторге. Вы очень добры. Надеюсь, то, что я расскажу, будет не менее полезным, чем рассказанное Кылычем. Слушаю вас. Этот народ плохо соображает. Возможно, кто-то осмелится высказаться, но это не помешает вам через несколько лет стать одним из самых богатых бизнесменов и налогоплательщиков в этой стране.
Брат Хикмет, если бы были деньги, то разве скрывал бы это от тебя? Ей-богу, я и сам погряз в долгах из-за того, что захотел увеличить свое ателье. Хорошо, я понимаю тебя. Спасибо тебе. Если все очень плохо, я могу спросить у знакомых. Нет-нет, не нужно. Попробую другой способ. Осторожно, осторожно, аккуратнее, аккуратнее. Немного правее. Да-да, вот так, еще немножко, но не настолько же. Левее, левее. Держите хорошенько. Вот так вот будет лучше. Откуда и куда? Не взад. Из помощников в начальники. Идите, зарежьте 40 верблюдов. Раздайте их бедным. Брат, а где в Стамбуле взять 40 верблюдов? Не перечь начальству. Говорю о верблюдах, имею в виду барашков. Немного анализируйте, немного думайте головой. Брат, я провел небольшое расследование. В Турции нет чистого бензина. Они разбавляют его с водой при помощи растворителя, но это не нарушает его структуру. Лишь 20% из 100 не поступает так. Остальные не заморачиваются. Иначе на этом ничего не заработаешь. Где нам взять растворитель? Брат, государство контролирует его закупку. Не всем разрешают ввозить его. А кому разрешают? Что предлагаешь? Есть одна идея, брат. Для того, чтобы получить растворитель, мы должны открыть завод по производству краски. Растворитель – один из основных компонентов ее. Будем производить краску, найдем ей применение. Практически бесплатно можем покрасить здание. Если понадобится, бесплатно покрасим все мостовые Стамбула. Но в то же время будем использовать растворитель для бензина. Нет, не будем красить мостовые тротуары. Ненавижу это больше всего. Лучше раздадим краску беднякам, пусть покрасят свои дома. Хорошо, брат. Брат, это Жан-Пьер. Один из самых знаменитых поваров Франции, гордость страны. Нет, он мне не нравится. Брат, он получал медали на соревнованиях. Послушай, ты собираешься кормить народ медалями, что ли? Мне он не нравится. Ладно, хорошо, спасибо тебе. Простите, что? Иди, иди, иди. Уходи. То есть он должен уйти отсюда. Понял, брат. Сынок, а ты кто такой? Он лучше всех разбирается в дальневосточной кухне. Это Ли. Что? Послушай, они режут собак для кошек и кормят этим людей. Иди давай, ты уволен. Проваливай. Пусть следующий зайдет. Неужели не мог найти никого с нормальными именами? Нашел непонятно кого и откуда. Брат, следующий итальянец. Вот этот менталитет похож на нас. Они едят хлеб с макаронами так же, как и мы. Эти люди знают, что такое голод. Это что ли итальянец? Брат, его фото было опубликовано на обложке одного из самых знаменитых в мире журналов. Да пусть хоть на газировке опубликуют. Уверен, что его выгнали из Италии. Разве он итальянец? Он похож на нашего мясника Камиля. Нет, не пойдет. Нашел много счетов. Смотри, чтобы не было проблем. Нет, брат, какие там проблемы? Отдали деньги и перевели остальные. Пермес, это же реальные деньги, не подделка, да? Реальные. Смотри, на них написано «Аллах», то есть «Бог» на английском. Когда начнется сезон хаджа, закупим валюту по-крупному. Я не буду заниматься этим, это навредит нам. Добро пожаловать, господин Изеддин. Он не особо рад, господин Эрхан. К чему эта грубость? Грубияна, уйдите отсюда. Я же просил вас не отходить от господина Изеддина. Не говорил, что надо схватить его за шкварку и притащить. Прошу вас. Желаете освежиться? Нет, спасибо. Я кое-что слышал о тебе, господин Изеддин. Я планирую открыть кое-что к лету. Не говори загадками, не испытывай мое терпение, господин Изеддин. Мы с тобой создадим что-то вместе. Господин, не знаю, что вам рассказали, но я всегда работаю один. И мне не нужны партнеры. Партнерство? Если хотите обрести врагов, то обретите партнера.
Я тоже не хотел бы с кем-то сотрудничать. Поэтому вы станете моим управляющим. Это невозможно. Возможно. Господин. Это пока я господин. Еще немного покапризничай, и увидишь, как я испорчусь. Я убью тебя, если будет нужно. Пока я шел сюда, я прочел книгу о демократии. Изеттин, ты все потеряешь, имей в виду. Ты приведешь меня в светский мир. Там есть люди, с которыми я хочу быть знаком. Наверное, собрание у сына Пулата сегодня не закончится. Оно всегда идет так долго, отец Омер. Спасибо за чай. На здоровье. Сынок, передашь ему, что я заходил? Передам. Если что-то нужно, могу я помочь? Все в порядке, просто давно не виделись. Хотел спросить, как его дела. Передай привет. Хорошо. Не нужно меня провожать. Давайте, всего хорошего. Брат, я нашел тех людей. Охранников русских? Да, брат. На самом деле, мне сложно, потому что я не понимаю, чего именно хочет Пулат. Все дома, которые я видела, совсем не похожи на то, что я себе представила. Вы ищете дом? По правде говоря, ищу его я, а у него нет времени. Вы будете жить вместе? Нет. Мы ищем для сестры более надежный дом с точки зрения безопасности. Все немного не так. Спасибо за торт. Если позволите, можно я немного прогуляюсь? Конечно. Наверное, он немного ревнует. Я думаю, это немного отличается от ревности. И как это понять? Люди не всегда принимают изменения. В моей жизни было много потрясений, но мы с легкостью принимали все эти изменения. София подразумевает Эфе. Али, а не Эфе. Элиф, как ты думаешь, правильно ли начинать отношения с другим, если ты обручена с моим братом? Отношения? Да. Разве вы с Пулатом не встречаетесь? Нет, не встречаемся. Но думаю, что Али здесь ни при чем. Ах, эти мужчины. Интересно, была бы жизнь женщины столь странной и неопределенной, если бы не было мужчин? Эрхан, где ты ходишь? Брат, я занимаюсь своим заведением. Как же быстро вы переключились на это. Брат, думаешь, это так легко? Разве это плохо? Давай, садись сюда. Надеюсь, этот невзад ничего плохого обо мне не рассказал? Мы являемся легальной стороной Совета и энергетической стороной тоже. Если посмотреть на этот список, некоторые могут оказывать влияние, но решения, которые принимаем мы, отражаются на народе, особенно в юриспруденции. Мы обладаем силой до такой степени, что можем использовать ее для своих целей. В этом досье вы все увидите.
Чем выше Стамбул, тем глубже Анкара. Само государство находится на глубине. Правительство, конечно, руководит им, но основная власть находится у других. Нет такого понятия, как глубинное государство. Государство глубинное настолько, насколько может быть таковым. С какими государственными точками у нас есть связь? Со всеми. Но наша основная задача — вместе с теми, кто обладает настоящей властью, быть в группе давления, оказывающей влияние на государство, власть и народ. Как это понять? Например, мы чего-то хотим. В Анкаре трудно это сделать, исполнение задерживается. В этот момент в игру вступает Самюэль. Он начнет совершать манипуляции через биржу, да такие, что экономика может находиться на грани краха, а Анкара выполнит наше пожелание. Конечно же, вместе с процентами. Как случилось во время кризиса в 2001 году, именно так. Хорошо. А что бы вы делали, если бы президент не швырнул Конституцию? Придумали бы что-то другое. Премьер-министр чихнул, простудился, поднялось давление или понизилось. Главное — подготовить почву. Снять деньги на бирже можно за одну секунду. 2 года назад мы имели больше влияния на Анкару с экономической точки зрения. Но, к сожалению, уважаемый Караханлы из-за некоторых обстоятельств понес много потерь. Если позволите, я бы хотел отвечать за связи с Анкарой. Я не против. Я бы хотел выслушать ваши советы и рекомендации. Конечно. На этой точке, до которой Турция дошла сегодня, основная судебная сила ограничена обычными гражданами. Если связываться с Международным судом по правам человека по поводу международного капитала, то это пустая трата времени. Судебные дела. Теперь в Турции никто не рискует. И мы в том числе. Мы договариваемся с международными юридическими компаниями и решаем свои вопросы. И, конечно, выиграть суд можно лишь благодаря своей силе. И в зависимости от того, с какой юридической компанией вы работаете, с какими мировыми адвокатами вы играете в гольф и с какими мировыми судьями вы общаетесь, от этого важен исход. Здесь есть список всех, кто нужен, да. Особенно мы сильны в Европе. Почему Турция не настолько сильна, как мы? Потому что мы знаем мир, а Турция его не знает. Турция даже внутренние проблемы не может решить. И она не желает, чтобы кто-то в это вмешивался. Ну а мы за то, что какими бы ни были вопросы, мы обязаны их решить и сделаем для этого все необходимое. Судя по этой картине, вы хотите изменить общественное мнение, взяв мафиози на должность барона? Частично Кылыч рассказал вам об этом. Но самое главное, вы приведете иностранный капитал в Турцию. Как я смогу это сделать? Потому что мы и есть тот иностранный капитал. И легализовав наши легальные деньги под именами иностранных инвесторов, мы перевозим их в Турцию. Потому что нет другого более прибыльного места, чем наша страна. Все детали описаны здесь. В Турции никогда не будут задавать лишних вопросов. И не спросят об источнике дохода. Посмотрите на богачей, о которых сегодня пишут в газетах. Скольких из них вы сможете увидеть в газетах десятилетней давности? Мне вот интересно. Вы знаменитый адвокат. Вы читаете лекции в университетах, защищаете права человека.
Вы являетесь юридическим консультантом для многих богатых семей, но в то же время являетесь адвокатом мафии. Как вам удается сохранить уважение общественности, несмотря на все это? У каждого человека, даже у самого плохого, есть священное право на защиту. Эта священность всегда будет вызывать уважение по отношению ко мне, потому что однажды всем понадобится эта защита. И все, что бы ни случилось, захотят, чтобы их защищал самый лучший адвокат. Ну а я и есть тот самый лучший. Ты не идешь? Я побуду здесь. Вы идите, я догоню, хорошо. Что с тобой? Я устал. Это последний дом. Пойдем посмотрим. Если подходит, то арендуем его. Смотри сама. Что с тобой происходит, Эрен? Это с тобой что происходит, сестра? Ты был со мной, когда меня похитили. Сестра, я был там, но не был рядом с тобой. Но всегда теперь буду рядом. Но взгляды людей и их слова беспокоят меня. Жить в одном доме с Пулатом и говорить, что вы друзья, ты говоришь глупости. О, Аллах, почему женщины преклоняются перед сильными? На самом деле, это красивый дом. Безусловно, он не идеален, но маленькие детали могут внести в него уют. Ну, хорошо. Подходит. Я больше не хочу смотреть другие дома. Что с тобой? Пулат, мы нашли дом. По-моему, здесь неплохо. Я очень рад, но такое ощущение, что ты не особо рада сама. Наверное, я устала. Интересно, госпожа Элиф решила покапризничать? Пулат, ты можешь приехать сюда? Дорогая, у меня есть дела. Давай я приеду позже. Пожалуйста. Хорошо, заеду на 10 минут. Брат, зачем ты это делаешь? Это наша работа. Что поделаешь? Приходится делать иногда мне. Девушка уже столько дней здесь и ни слова не сказала. Придется мне заставить ее заговорить. Брат, а нам что делать тогда? Есть такая вещь, как психологическое давление. Еще есть разговорная техника. Есть криминология. Открой дверь, и она запоет, как соловей сейчас.
«Надо же, я забыл взять соль. Давай, сходи и принеси ее. Брат, я не могу идти отсюда. Делай то, что я тебе сказал. Говорю соль, значит неси соль. Говорю испарись, значит испарись. Давай, испарись». А брат Мемати? Я поговорю с ним. Не переживай. Если что-то случится, у меня есть пистолет. Оставь нас на 10 минут. Ведь говорят, что старые друзья не могут быть врагами. Как поживаешь, госпожа Нина? Я слышал, что ты отказываешься от еды. Роза моя, если ты не будешь есть, то заболеешь. Эрхан, уходи отсюда. Как некрасиво. Ты поступила так подло, но разве я говорил с тобой подобным образом? Пытка — это преступление против человека. Не мучай себя. Скажи мне то, что нужно, и мы освободим тебя. На время это место подходит. Для постоянного проживания будем искать что-то другое. Для меня не имеет никакого значения. В конце концов, это просто дом. Разве так можно? Будешь устраивать здесь приемы, будешь громко смеяться. Ну да, конечно. Элиф, почему ты расстроена? Втянул меня в это пламя, вытащил и снова бросил. Полад. Какое пламя? Я мучаюсь из-за слов и мнения других людей. И что же говорят эти люди? Спрашивают, кем я прихожусь Полату. А ты разве не говоришь, что у нас любовь? А как же Али Джандан, спрашивают они. Какие же любопытные эти риэлторы. А при чем здесь риэлторы, Полад? Понимаю. А что мне сказать, Эли? Что мне сделать, что предпринять, кому объяснить все о нас с тобой? Полад, никогда не бросай меня, этого достаточно, ладно? Значит, ты не хочешь есть? Не хочу. Послушай, если ты поешь и расскажешь хоть что-то, обещаю, никто тебя не тронет. Мое слово — это слово брата Полата. Ты сможешь уйти отсюда. Как ты мог поступить со мной так, Эрхан? А что такого я сделал? Это ты сама виновата. А ну сидеть. Вернись на свое место, Нина. Но ведь я очень любила тебя. Ты врешь. Если бы не любила, то уже давно убила бы тебя, Эрхан. Я не был твоей целью. Иначе бы ты убила меня. Ты права. Нет. Что тут происходит? Почему ты подошла так близко? Здесь нет камеры, ведь так, Эрхан? Нет. Но могла бы быть. Не знаю. Не делай так ради Аллаха. Эрхан. Не надо мне шикать. Мы говорим о разных вещах. Ты пленница, а я... Перевод и озвучка команда Турок 1990.